Здравствуйте. Мужчина очень подвижный человек, предприимчивый, повторяюсь, предприниматель. Говорит, что ему было особенно интересно, когда шел разговор о людях, которые легко загораются какой-то проблемой. Решают, как ее решать, находят стратегии в этот момент на подъеме, а как только надо осуществлять решаемое, остывают и иногда бросают дело на полпути. И мне было очень интересно, что здесь не стали бронить это свойство, а был поставлен вопрос, а как это свойство эффективно использовать. Это было очень интересно. Ну, как руководитель, я понимаю, что я бы из таких людей собрал креативную команду, где разрабатывали бы проекты, а другие, более педантичные люди, эти проекты бы осуществляли. А как вот то, что я остываю, загораясь делом тогда, когда уже решены сами проблемы, как это отнести к себе? Ну, мне придется по этому поводу думать, но ведь я теперь это уже заметил и воевать с этим не буду. Наверное, найду решение, как использовать якобы плохое свойство. Я очень часто повторяю, что у человека нет плохих свойств. Есть свойства, которые используются не там, не тогда, не так, не к месту. У нас нет плохих свойств. Есть свойства, которыми мы не умеем пользоваться. Всего вам доброго.